Кружки объединений и секции Ульяновской области смогут принять больше ребят. Дополнительные места в учреждениях на базе 50 организаций будут сформированы уже в этом году. Создаются и новые перспективные направления по федеральному проекту «Успех каждого ребенка». Мероприятие создания новых мест дополнительного образования в образовательных организациях реализуется уже четвертый год. Мы создаем новые места по новым направлениям, перспективным направлениям развития для детей, которые уже, начиная с 5-го, с 4-го класса, знакомятся с профессиями. В новом учебном году будет создано и оборудовано 4369 новых мест. В коррекционных школах для ребят откроются такие направления, как, например, фольклор и театральное искусство. На базе школ это музеи, студии, медиа-центры и многое другое. В образовательные организации Димитровграда уже отправлено оборудование по направлению туризм, тренажеры и наборы для оказания первой медицинской помощи, тенты, палатки, спальники, электрогенераторы и прочее. Мы получаем сейчас оборудование по новым местам, чтобы открыть более широкий спектр именно краеведческой направленности. Это и краеведение, это и школа безопасности, это и ориентирование, еще много-много направлений. Дети с ограниченными возможностями здоровья в школе номер 23 уже занимаются музыкой на новом оборудовании. Для секции по фольклору в школе выделены народные инструменты – ложки, бубны, гармонь, балалайка. Для детей возрастная категория с 8 до 18 лет. По этой программе будет в новом учебном году создано 40 дополнительных мест. Это 5 групп по 8 человек детей. Часть инструментов учащиеся еще осваивают, но это не мешает ребятам полноценно репетировать. В 2024 году проект планируется продолжить на базе детских садов. Всего в Ульяновской области уже создано более 22 тысяч мест дополнительного образования с 2000 года и по настоящее время. Юлия Руднева, Анатолий Рассохин, Улправда ТВ.